Установка киоска на 42-м. Итак, мы будем использовать дистрибутив Porteus. Я настроил серверную часть. Настройка серверной части крайне простая. Значит, у меня, ну, во-первых, вот я конфиг сайта сделал. Вот таким вот образом. Сделал два сайта, киоск и киоск прив. Для секьюрности. В киоск прив, собственно, конфиг лежит, и в нем в открытом виде пароли, поэтому мы его секьюрим. И, собственно, и подключаемся поэтому по паролю к нему. Вот у нас киоск, киоск прив. Значит, в киоске у нас лежит image zip. Это у нас скринсейверы картинки. Вот они в таком виде. Ну, фактически по очереди не показываются. Набор видеофайлов показывается только один из этих видеофайлов. Я сделал ссылку видео, но в принципе можно менять и смотреть все что угодно. Ну и обои сделал во время того, как грузится браузер. Значит, киоск прив — это у нас конфигурационный файл. Его можно будет менять вручную. Но основные настройки тут следующие. Это у нас подключение по проводу. Под HCP получает он адрес. Если будет адрес получать не под HCP, тут его, естественно, можно прописать. Адрес, gateway, DNS и так далее. Дальше нас интересуют следующие параметры. Вот это параметр скачивания нового конфига. То есть вот если конфиг мы обновили, он проверил, что он обновился, и скачает, обновит его. Это логин, это пароль. Пароль тут у меня поставлен 123456. Естественно, в рабочей конфигурации я пароль поменяю, пришлю отдельно. Браузер Firefox поддерживается и Chrome, но у Chrome меньше возможностей. Дальше у нас настройки сетевые, это нам не интересно. Вот это вот белый лист, это те сайты, на которые можно выходить. Можно задавать blacklist, то есть на который нельзя выходить, и whitelist, куда можно выходить. Вот тут, собственно, у нас только три сайта, на другие сайты он выходить не будет. Если нужно что-то еще, надо добавлять вручную через пробел. Так. Вот тут вот у нас homepage. Homepage – это то, что открывается при запуске. У нас тут три сайта. Они открываются при запуске. Сайты разделяются с помощью вертикальной черты. Дальше у нас идет следующая информация. Вот у нас отключение его, собственно, вот тут я поставил временно включение скринсейвера через минуту, чтобы продемонстрировать, как он будет работать. По умолчанию 5 стоит, поставить опять же можно любое значение. Это у нас идут слайд-шоу, или если мы не хотим слайд-шоу, мы можем выбрать, чтобы было видео. Опять же, под видео указание на файл, где оно находится. Тут у нас дополнительные компоненты, которые будут установлены на киоск. Ну, собственно, UEFI, если вдруг железо поддерживает UEFI. Даже если не поддерживает, мы все равно его ставим. Это флеш, это поддержка Java, это дополнительные шрифты,
Это SSH сервер, чтобы мы по SSH могли подконнектиться и перебутить, например. И VNC сервер, чтобы мы по VNC могли подключиться. Ну и для SSH и VNC у нас пароли. Вот пароль под SSH и пароль под VNC. Значит, VNC мы можем только на просмотр, но на Interactive поставить и на взаимодействие Interactive Yes. Хотя, честно сказать, я даже не знаю, зачем это. Но тут печать. Печати у нас не предусматривается. Ну, в принципе, вот это весь конфиг файл. Я потом дам пермишены на заход в эти каталоги и правку этих файлов по желанию.